Викторович. Коллеги, смотрите, сейчас у нас план следующий. У нас начинает работать, собственно, дискуссионная площадка. Приблизительно полчаса будет посвящено вашим вопросам и ответам в рассуждениях наших спикеров. После чего у нас будет выступление Алексея Ивановича Воробкова. И после этого наиболее стойкие приглашаются к групповой работе относительно того, как с учетом тех критериев и принципов, которые сегодня задали наши спикеры, можно было бы попроектировать создаваемую платформу НТИ. То есть в 16:30 примерно до 6 часов состоится работа групповая, приглашаем всех заинтересованных поучаствовать. Да, я поправлю, здесь очень важный акцент. Мы приглашаем не поюзать ваши мозги, мы говорим о том, что та группа, которая соберется, возглавляемая лидером этой сюжетности, Кириллом Кониным, может себя институциализировать и закрепить на площадке точки кипения или точек кипения как проектировщик платформ. Вот о чем речь. То есть мы вас приглашаем к действию, к совместному. Если вам это нужно. Если не нужно, вы можете просто высказаться, там, рассказать свои какие-то мысли, Кирилл их с авторством куда-то закрепит и дальше уже... Да, и потом надо будет нести ответственность. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Добрый день всем. Вопрос такой про людей. Как далеко нужно пустить пользователя в проектирование платформы на старте? Должен ли я полностью следовать за его потребностями как разработчик? Или я наоборот насаждаю правила и не пускаю людей в какое-то ядро? Вот такой вопрос, как при создании платформы, я же взаимодействие пытаюсь организовать каких-то агентов, насколько далеко их нужно пускать внутрь в разработку? Спасибо. Разработку платформы, я, честно говоря, не знаю ни одной системы, которая бы пускала рабочих людей в разработку. Надо, на самом деле, эти вещи обязательно разделять, потому что любой пользователь, даже самый там, продвинутый, все равно имеет свою картину мира, свой приоритет задач. Он неизбежно будет тянуть эту систему в свою сторону, если это не платформа со-разработчиков типа Википедии, где они соразрабатывают. Но это тогда на самом деле получится такое третье колесо, то есть продавцы, потребители и коразработчики. Это, наверное, еще слишком сложно. Но это точно не обычные потребители. То есть вот точно так же, как обычному потребителю не так просто начать править Википедию, это нужно пройти шагов, чтобы начать править Википедию полноценно. Точно так же запускать в разработку платформы пользователя очень опасно. Потому что все-таки твоя основная задача разработчика платформы удержать разнообразие и защитить слабого от сильного. Потому что любой сильный тут же пытается натянуть на себя все правила, все преференции, найти читы, найти эти самые, как это называется, выскочило у меня, эксплойты. Обязательно. То есть вот это неизбежно. Поэтому никогда не надо полагаться на добрую волю. Потребуя пользователя, надо обязательно контролировать его поведение и контролировать все, вот, все эксплойты. Вот, как только он нашел баг, он назначил себя платформу, тут же этот баг закрывать, тут же. Иначе от платформы ручки до ножки останутся. То есть, ну, вот еще, есть очень много примеров в геймдеве такого типа, но вот я говорил, та же самая история с блокчейном, с другими подобными типа платформами. Вот, я недавно обнаружил, как водители читят в Яндексе и Uber, отказываясь возить пассажира из одной зоны в другую, если недостаточно выгодно. Ну, в Яндексе я отрепортил, не знаю, может они это поправят, Uber, по-моему, не отреагировал. Но любой игрок на любой... Да, вот это вот, кстати, знаешь, это очень такой важный вопрос, вот Олег про это говорит. На самом деле, удержание... есть старая дискуссия на тему того, этичный человек, и это вот Дидро, да, что человек в природе добр, да? Вот человек в природе не этичен. Вот это я могу очень уверенно говорить. Самый этичный человек, если он находит эксплойт, он очень страдает, но пользуется эксплойтом. Он очень страдает, но он пользуется эксплойтом. Поэтому удержание человека в рамках этики – это задача платформы. Это задача вот, разработчиков, которые удерживают человека от того, чтобы не воспользоваться эксплойтом. Это очень важно. А? Да, благодарю вас за потрясающие доклады. Хотелось бы узнать, мы все
подразумеваем, что в будущем у нас есть в качестве преференции узкая специализация и, соответственно, как таковые платформенные решения. С учетом развития узкоплатформенных решений, имеет ли смысл им масштабироваться и становиться более популярными, или же они будут вынуждены вымирать? Вообще узкоспециализированные платформы всегда умирают, проигрывающие узкоспециализированные. Потому что платформа работает только на эффекте масштаба, и ее поддержание всей архитектуры требует на самом деле достаточно много костов. Поэтому тебе надо очень сильно вырасти, чтобы это стало рентабельным. А после того, как ты вырос для того, чтобы стать рентабельным, дальше ты растешь, пока не монополизируешь рынок. Поэтому делать платформы сразу не предназначенные для захвата рынка просто бессмысленно. Ты не окупишь это. Такой вопрос. Сейчас популярен подход, разрабатывается, внедряется в России государственная платформа. Насколько из принципа ваша применима в частном случае госплатформенности? Ну, если честно, вот я не знаю, я госплатформ толком не знаю. Я просто не знаю, ни одну. То есть, вы знаете, вообще в нашей чиновничьем дискуссии слово платформа обычно употребляется все в другом смысле. Там по платформам предполагают просто обычный сервис, агрегатор, что-нибудь такое. Госуслуги считаются платформой. Я все пытаюсь понять, а где там сообщество поставщиков услуг. Милиция, прокуратура и... Окей. Но они какое-то маленькое сообщество. Очень компетентное, но маленькое. В общем, короче, я пока госплатформы просто не знаю. Да, очень классно было слушать. Спасибо большое. Кстати, извините, перебил. Вот почему... Я очень правильно говорю, что платформы, они над государством сразу, они выходят из рамки государства. Потому что там надо сразу, вот как Alibaba, да, Alibaba, она сразу оп, и встала над всем миром, поверх всех госграниц, и начала там подминать под себя таможенные правила. Потому что государство не может, не способно удержать его. Это очень важно, это очень опасно сказать. Поэтому платформы рано или поздно победят, то есть выиграют конкуренцию по юрисдикции и по очень многим госсервисам. По очень многим. Завозбудить на умах. Вот хотел бы такой вопрос. Мы, в принципе, обсуждали то, что всему миру известно. В определенном смысле, каким-то определенным кругам. И те виды платформ, они не на вы. Они просто обсуждают, кто-то применяет эффективнее, кто-то менее эффективнее. Давайте тогда заглянем чуть-чуть вперед. Есть ли у вас понимание то, что будет дальше? Или вы не готовы пока сейчас это обсуждать. Вот какая платформа обойдет понимание, какая должна быть платформа сейчас? Да, Олег, это будет. Компанеллу читали? Вот смотрите, идеализация – это постоянный путь совершенствования. Лучший враг хороший. Вот какая платформа выиграет, та, на которой будут все ресурсы, вся ответственность, все компетенции, все права и полномочия в точке взаимодействия одновременно. Вот эта платформа выиграет. Как ее создать? Это эпохальный вопрос. Называется, еще раз говорю, все врут и немножко воруют. Да, вот. А этика человека персонального держится либо волчьей стаей, и это Маугли, либо культурой сообщества, в котором он находится физиологически, идеально и вот так вот умственно-чувственно. Поэтому, как бы, хороший вопрос. Вперед. Вообще, культура – это аналоговый вариант платформы. Точно так же удерживают продавцов и потребителей. Не примитивизируют. Не примитивизируют, пожалуйста. Это наглядно. А я отвечу очень практично. Сейчас основные платформы, чемпионские, они все решают задачу интеграции роботов в обе стороны, не на сторону диспетчеризации, а на сторону продавцов и производителей. С тем, чтобы люди, в общем, в какой-то момент перестали понимать, кто на той стороне, человек или робот. Вот сейчас эти фрейзы занимаются, сейчас все платформы упражняются в том, чтобы на юзер и на селлера, на байер стороне равноправными участниками платформы были роботы. Не как один робот, а как
как тысячи, миллионы, миллиарды потенциальных роботов, которые тоже извлекают свою value с платформы. Поэтому вот, вот сейчас, если говорить, что пройденный этап, он сидит в смысле пройденный, то начинающийся этап – это смешанные человеческие роботические системы и платформы. Поправка, ты меня поправишь. Робот не может извлекать value. Программа извлечения value в него закладывает человек. Робот value извлекать не может. Нас спасет только одно. Это мы можем переплачивать за шубку, кроссовки, еще за что-то. Робот переплачивать не может. А тем более в счетных системах на распределенных реестрах. Знаешь, нейросетки показывают такое же подчас рациональное поведение, так что это спасет. Да, согласен. Ну, давай следующий. Когда-нибудь будут роботы, которые будут value создавать и распределять. Скажи, пожалуйста, а можно ли назвать платформами, например, печатное издание из рук в руки или там Авито? И с точки зрения формирования стоимости платформа, она что дает, какие преимущества? Ну, Авито-платформа, да. Бумажная платформа, может быть, да, но она такая очень медленная платформа. В принципе, да, то, что, что дает с точки зрения стоимости? Основной бизнес платформы – это снятие транзакционных издержек на доступ одной категории к другой категории. Да, но именно снятие транзакционных издержек. То есть ты быстрее находишь информацию, дешевле, выбираешь всегда оптимальный прайсинг на определенные условия и так далее. То есть ты режешь косты. То есть потребитель режет косты, продавец режет косты. И в этом смысле, чем... Да, но снижение костов всегда доходит до грани, когда ты теряешь какое-то качество. То есть ты не можешь уронить еще сильнее косты, потому что дальше уже плохое качество. Поэтому еще раз, основной бизнес платформы – это репутационный бизнес. Который качество, который стартирует через контроль стандартов, через контроль там, качества доступа и так далее. В этом ее основная ценность. Мы сейчас обсуждаем платформы. Я периодически с разными людьми общаюсь, и вопрос терминологии. И вот сейчас тоже. А в чем отличие платформ и экосистем? Сейчас платформа – это сервис по выстраиванию взаимосвязи байеров и селлеров. Это очень простое тривиальное определение. Значит, экосистема – это вся совокупность продуктов и услуг, взаимодополняющих и совместно увеличивающих стоимость друг друга. Это немножко разное. Немножко разное. Значит, в экосистеме, в каком-то смысле, ядром экосистемы тоже является тайная платформа, которая контролирует стандарты доступа к ней. Но в этом смысле экосистема можно назвать композицию всех сейлеров и байеров, которые взаимодействуют, и обеспечивают друг другу взаимную ценность. Но совершенно не обязательно, чтобы в платформе там, была, ну, грубо говоря, не тождественные понятия. Экосистема – это… Задача ваша какая? Дело в том, что система платформы, платформа экосистемы. Как вот технический специалист, вот с технической точки зрения, вот программировать экосистему, например, да, хочу. Смотрите, как? Значит, с точки зрения технической задачи, экосистема – это требование по унификации стандартов доступа информации и действий внутри определенной среды. То есть экосистема – это легкость включения любого нового девайса, услуги, сервиса в какой-то тип деятельности, который тем самым становится более ценным. Это чисто сетевой эффект. То есть сейчас гаджет меряет твой пульс и там, твое движение, а завтра он еще добавляет кардиограмму, а послезавтра он еще добавляет сахар в крови. С каждым новым добавлением ценность его растет. И ценность экосистемного ядра платформы в том, что легко поставить новый сервис и легко потребителю начать им пользоваться, потому что не надо покупать новый девайс. Платформа, ядро, экосистема. Да, платформа – это ядро, экосистема. У меня вопрос по поводу централизации и децентрализации. То есть платформа сейчас в основном централизованная, но централизация имеет недостаток – это точка отказа. Вот как, по вашему мнению, является ли будущим всех этих платформ именно децентрализованным, без участия какого-то единого центра, и как вы это видите вот, вообще? Платформа вполне может быть децентрализованной, если стандарты и политики в разных узлах сопряжены, и в этом система может вполне быть децентрализованной. Да, сейчас традиционно они делаются централизованными, просто так обеспечивают лучший контроль,
но в какой-то перспективе они станут децентрализованными. К тому же, ну вот, смотрите, этот самый Apple Store, это централизованный или децентрализованный платформ? Централизованный. Централизованная по стандартам, по хранению и по доступу. Но для пользователя она децентрализована, потому что конкретной сборкой конкретного софта ты занимаешься на своем iPhone. То есть в этом смысле Apple Store является источником политик, а в каком-то смысле ядром пространства сборки является непосредственно девайс. Все-таки на App Store просто могут запретить, не выкладывать. Это вопрос политики. Да. Это не вопрос там. Это не значит, что она там лежит. Лежит она здесь. Там есть политика. То есть она централизована как система управления, не как система хранения. Вот как система управления, понятно, она всегда будет централизованной, потому что, ну, вот есть пример децентрализованной, в кавычках, платформе, это Wiki. Там выработка политики – это коллективное творчество. Вот гипотеза, что так можно построить любую платформу, пока не доказана. Потому что Wiki не стала, скажем, коммерчески эффективным продуктом, она в каком-то смысле в кризисе. Вот. А централизованные платформы пока обеспечивают сумасшедшую капитализацию, закрытие рынков и экспоненциальный рост своих продуктов. Поэтому пока нет ответа. А биткоин? Биткоин децентрализованный платформ. Вот пример. Но на битке и на крипте сервисы пока не начали массово расти. Они пытались начать массово расти. Но что? Вот смотрите, внимание. Почему они начали умирать? Потому что они не прошли этические... Время нужно. Не только время, просто их тут же заспамили трэш. И это тоже. Децентрализованные платформы очень уязвимы к отсутствию этического... Но трэш уходит, сейчас работа начнется. Она начнется, как только появятся инструменты контроля этического, как только тонкие настройки, чтобы было понятно, во что вкладываться, во что не вкладываться. Я подозреваю, что это тоже будет некая квази-централизация. Но как она будет устроена, я просто не готов. Продолжение к этому вопросу. А может ли так быть, что в платформах будущего разные правила на разных ее участках будут работать, которые генерят разные сообщества, их будет, например, там больше, чем два? Вот такой странный может быть вопрос. Я просто пытаюсь сразу практически пример вспомнить. Теоретически, наверное, возможно, но, знаете, вот тут мы, похоже, приходим к тому, что по отношению к системе регулирования платформ, наверное, будут действовать те же принципы, как по отношению вообще к регулированию. То есть многоуровневое, то есть точно так же, как в государстве, создание разных классов законов для разных классов, для разных сообществ, это опасная порочная практика. То есть единство закона является более эффективной инфраструктурой, чем разные законы для разных сообществ. Это доказанная история. Поэтому, судя по всему, похоже, что в платформах тоже единая политика – это более удобная инфраструктура. То есть привилегии – это опасная вообще штука. Она просто опасна, она начинает разрушать. Потому что возникает, опять же, эксплойт, возникает читинг там, и все прочее. Поэтому проще делать платформу прозрачную, а уже конкретные там привилегии регулировать обычным способом через там накопление репутации, накопление ресурсов и так далее. Точно так же, как регулируется в реальной жизни, где есть закон для всех одинаковый, но по мере роста твоих возможностей тебе появится больше сервисов, которым ты тем же самым можешь в этой среде что-то делать. То есть это скорее будет через кастомизацию сервиса, чем через разницу политики. То есть эффективная платформа – это только с одним источником правил? Да. Ну, я сильно подозреваю, что в этой штуке будет реализовываться та же, хотя, может быть, заблуждаюсь, может быть, опять будет какие-то централизованные истории. Но, по крайней мере, пока все платформы, которые я знаю, они ровно живут только тогда, когда вся их этика централизована, и когда там все происходит нормально. Вот смотрите, очень простой, наглядный пример. Uber. Яндекс купил Uber. Что он первым делом сделал? Он уронил контроль качества водителя. Первым делом, да? Значит, это было им нужно для того, чтобы там, переманить, перебросить обратно потребителей себе на Яндекс, где была другая политика. Значит, после этого качество сервиса ухнуло моментально. Значит, потом они его начали выравнивать, потом начали снижать по ценам, то есть они другие вещи делали. Но настройка политик была в одном месте. Они, собственно, эту настройку покупали. То есть им не нужна была ни клиентская база, ни, потому что все водители сидели в двух системах одновременно. Ни клиентская база потребителей, потому что у всех потребителей одновременно стоял и Uber, и iPhone. Им было уже контролировать вот эту вот политику, потому что пока там политика была лучше, потребитель перетекал туда. Как только они там политику открутили обратно, потребитель перетек обратно.
Поэтому политика – это основная ценность платформы. Очень важно вернуться в этом моменте, когда вы задаете вопрос, к теме повседневное поведение человека. Вы все время пытаетесь, вот я слышу вопрос, извините, техноты. Как будто вы здесь кибернетические устройства, которые сидят, значит, и алгоритмами глаголят. Дело в том, что это дискуссия о коллективном и иерархическом. И вот эта централизация, децентрализация, такая, возьмите тело, у вас ничего нет другого, более совершенного. Нервная система, головной мозг, периферийная нервная система, центральная нервная система, уровни ответственности. Руку оторвет, но сердце биться останется. А дальше сети, которые растут на вершинах пирамид. То есть иерархия всегда есть, но она другого типа, она динамическая. И вот это то, о чем вы запрашиваете, а могут быть разные правила, они всегда будут. Они есть всегда. Вопрос управляющими правилами, какие правила существующие являются. И кто может победить эту систему управления другим типом правил. А потом уже алгоритмизация, кастомизация, все остальное. Вы, если вы будете рассуждать теми платформами, которые уже реализованы, не создавая своего сюжета, всегда будете пятым, даже не вторым. Только пытаясь сделать впереди времени на шаг, а для этого знаете историю хотя бы на 3000 лет назад. Вот все ваши вопросы связаны с этим. А что было раньше, куда можно... Вы же спрашиваете у Жени, что было, Жень? Он говорит, вот это. Я говорю, слушайте, Женя рассказывает о том, в чем он погрузился, но он-то грузит себя глубже, 1000 на 1500-2000 лет, поэтому рассуждает. А вы хотите ответ получить из тонкой пленки сегодняшней реализации? Ну вот попробуйте глубже.